ДТП с тяжелыми последствиями. На федеральной автодороге в районе Южно-Сухокумска житель Акушинского района не справился с управлением. Съехал с дороги на обочину встречного направления, после чего машина опрокинулась. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался на месте, а его пассажир, 54-летняя жительница Махачкалы, с различными травмами доставлена в больницу. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.